Современная отечественная и зарубежная радиоэлектронная промышленность встала перед фактом организации сбора и удаления отходов, имеющих в своем составе тяжелые металлы и огнезащитные составы. Для успешного решения этой проблемы одним из необходимых условий является переход на бессвинцовые технологии изготовления электронного оборудования, технологии с применением материалов, не содержащих свинец. Ведущие фирмы-производители спешат первыми занять рынок продаж бессвинцовых компонентов, материалов и инструментов. Насколько продвижение в производстве бессвинцовых технологий серьезно и опасно для российской и зарубежной электронной промышленности? Почему такая паника и ажиотаж вокруг такого необходимого, даже безобидного и почему-то серьезного опасного минерала, как свинец? Свинец – мягкий, ковкий, широко распространенный металл, который задолго до нашей эры известен народам древнего мира, благодаря хорошей ковкости, легкоплавкости и доступности свинца даже в эти древние времена. Из него отливали статуэтки, предметы домашнего обихода, таблички для письма. Римляне изготавливали свинца трубы для водоснабжения дворцов. Благодаря хорошей способности к пластической деформации свинцом опрессовывает подводный телеграфный кабель, проходящий по дну океанов. Такой кабель между Европой и Америкой длиной 3750 километров был проложен в 1886 году и до сих пор не истлел. Это ли неубедительная демонстрация химической инертности свинца и его далеко не всех уникальных способностей? Конечно, никто не спорит с тем, что соединения свинца опасны и ядовиты. Контакт со свинцом способствует его накоплению в организме, что ведет к разрушению нервной системы и может иметь отрицательное влияние на кровеносную, эндокринную систему и почки. Но все же основные источники загрязнения окружающей среды свинцом – это металлургические предприятия, выхлопные газы бензиновых автомобилей, использующих этилированный бензин, сточные воды промышленных предприятий, бесчисленное множество аккумуляторов, выбрасываемых на свалку, где они годами разлагаются, питая этим наш драгоценный воздух, которым мы дышим. Но если согласиться с мнением экологов о вреде металлического свинца для окружающей среды, то единственный ли это путь изъятия его из производства? Но можем предположить и другой выход из сложившейся ситуации – утилизацию электронного хлама. Может, это тупик в развитии электроники? С какими проблемами нам предстоит столкнуться при продвижении в производство бессвинцовых технологий? Компоненты – наиболее слабое звено в бессвинцовой пайке. Для бессвинцовой пайки стандарты на покрытие компонентов отсутствуют, поэтому фирмы, выпускающие отдельные партии компонентов для бессвинцовой пайки, рискуют своей репутацией. Если продолжать разговор про будущее нововведение в области бессвинцовых технологий, то можно временно приостановить всю электронную промышленность и продолжать рассуждать и попутно заниматься ее разработкой.